Всем привет, дорогие друзья, с вами Яблочный Эксперт, и в сегодняшнем видео я вам хочу рассказать о том, как же сделать максимальное качество ваших фото в разных условиях освещения. И давайте же приступим к обзору. Начнем, пожалуй, с того, что мы перейдем в камеру. Вот здесь вы видите фото, здесь можно выбирать фокусировку. Вот, видите, зафиксировала палец, теперь вы можете делать красивые фото, конкретно отдельные объекты. И сами убедитесь, то есть, насколько это может получиться красиво. Дальше вы подстраиваете под освещение. Видите, вот это вот солнышко такое здесь. Здесь вы можете убирать яркость, добавлять яркость в зависимости от освещения. И также хотелось бы обратить внимание, в правом верхнем углу вы выбираете для себя, вот будет ваше оригинальное значение, но я ставлю всегда на яркий. То есть ваши фото будут намного красочнее, яркий смотреться. Здесь вот ярко-теплый и все остальные, которые могут вам понравиться. Но я всегда ставлю на яркий, тогда фото HDR классное получается, и сами по себе эти фото, то же самое с портретным видео. Точнее фото, о чем я говорю. Вот эти вот несколько пунктов запомните. Также чистите камеру, то есть протирайте как переднюю, так и заднюю. Она может быть залапана и будут не такими качественными фото, как хотелось бы. Ну вот, без сторонних программ мы с вами отлично разобрались, как это все дело может сработать. Так что вот так вот. В принципе, ничего сложного в этом нет. Просто нужно обратить внимание на некоторые нюансы, присматриваться, делать для себя какие-то выводы, и у вас все будет прекрасно получаться. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, рассказывайте друзьям, делитесь этим видео также, прожимайте колокольчик, чтобы потом не пропускать мои новые видео. Всем пока!